Добро пожаловать в мир белых, богатых, красивых мужчин. Мы находимся в городе Стелленбош. Вообще-то Стелленбос. Если мы говорим на африканц, Стелленбош, все говорят Стелленбош. Ну, англичане говорят Стелленбош, все африканцы говорят Стелленбош. Идем гулять. Trust. Скамеечка с надписью Trust расколота пополам. Символично. Мы оказались в африканской Европе. Посмотрите. Это же... Да, и в самом центре Стелиса, африканского городка. Действительно такой европейский дворик. Очень здорово. Угу. Bubble Tea Place. Мы сейчас покажем все местечки, уже разведанное, куда точно стоит сходить. Bubble tea. Кто любит bubble tea, напишите в комментариях. Смотрите, какие платья, девочки. Какие яркие. 2000 рендов за любое. Посмотрим, что тут есть. Window shopping. Украшения. Что-что? Ага, понятно. Кенийский магазин. Давай сделаем. Магазин с самым вкусным мороженым Стелленбоша. Вот это Black Forest с реальными кусочками торта. Ух ты! Можно увидеть, да? Да. Одно из моих любимых, кстати. Очень симпатичное, очень яркое место. Запомните название. Смотрите на этот интерьер. Маленькая Турция. Здесь можно попить турецкий кофе. Заказать, поесть турецких сладостей. Hello, thank you. Керкхойс. Стелленбош – это университетский городок. Посмотрите, вот это местное общежитие. Дешевый вкусный fish and chip. Какая прелесть. Смотрите, какая очередь. Все хотят поесть мороженого.
Впечатления, в принципе, положительные. Я думаю, что Кейптаун, он более живой, более для посещения экскурсий, а Стелис больше для пеших прогулок, я бы так сказала. Вот, и Кейптаун, конечно же, для пляжа. Стелис для красивых молодых людей. Да, да, да. Старинных зданий и винные видов. Фермы. Все находятся в этом районе. В этом районе. Да. Винные фермы, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Дорогие друзья, обязательно оставляйте комментарии, пишите, что понравилось и что хотелось бы увидеть в следующих роликах. Всем пока!